Всем привет любителям кастома. Сегодня у нас видео будет Toyota Supra GR. Можно разглядеть, какая она сейчас. Довольно интересная модель, новая, вроде того года, 2022 года. По самой модели будет полное изменение по кузову. Она будет черного цвета и в декалях полностью. Замена всех колес, декальные фары. Ну что, приступаем к ее изменению.